Друзья, всем привет! Обещанное видео про замок, который не вскрываемый от слова вообще. Даже не знаю, с чего и начать. Вот. Ну, давайте по порядку. История такая этого замка. Если кто внимательно следит за нашим каналом, первый замок, который был примерно устроен по такому же самому принципу, назывался видео «Этот замок не смогли вскрыть лучшие медвежатники Одессы». Потом было продолжение того видео, где мы подробно объяснили, как его можно было вскрыть. Вот. И откликнулся товарищ и прислал нам вот уже другую версию подобного типа замка, на котором нету делений никаких, вот, нету отметки, где у него нулевая точка. С какой целью прислал? Ну, во-первых, показать, какие замки раньше в 90-е годы делали люди на двери, качество, так сказать, оцените. И, так сказать, начинаем новую рубрику у нас на видео, она называется «Аукцион». То есть он его прислал для обзора, а также для того, чтобы провести аукцион на канале, кто захочет, может его выкупить. Чтобы его купить, достаточно написать в комментариях цену, по которой вы готовы его купить. Ну, сразу оговорюсь, что аукцион проводится на Украине, и поэтому купить его могут только наши украинские зрители, наши подписчики украинские. Потому что отправлять, естественно, мы его никуда дальше, чем по Украине, не сможем. Ну вот, смотрите, что я хочу показать вам. Давайте по порядку. Замок дисковый, наподобие замка Лагард. Сейчас, чтобы вы понимали, чем они отличаются. Вот замок Лагард у меня на стенде. В Лагарде у нас 3 диска, ну, есть, конечно, другие версии Лагардов. Здесь 5 дисков. 5-й приводной, но он же и, в принципе, зашифрованный. То есть, если здесь мы знаем, на какой цифре последний у нас будет вскрытие замка, то здесь не знаем. Вот. Для того, чтобы было проще набирать, я вычислил нулевую точку и сделал меточку. Вот. Хотя, так, ее, так сказать, нету. Код на замке индивидуальный, поэтому я сейчас не буду показывать, как его открывать, потому что код на этом замке не меняется. То есть производитель сделал замок, вот, и установил код. То есть и его поменять невозможно. Но вам скажу, что открывается он очень сложно. То есть прежде чем его открыть, нужно повращать 4 раза туда, потом вернуться, выставить код, 3 раза туда, вернуться, выставить код, опять повращать 2 раза туда, вернуться, выставить код, еще один раз вернуться и выставить код. То есть я набрал полную комбинацию, и осталось нам только его последнюю цифру приводного диска. То есть открывается он путем перебора щелчков. То есть вы крутите и считаете щелчки. И это и есть комбинация замка. О, слышали? Характерный щелчок. Это упал баланс. Вместо баланса здесь используется шарик. Почему шарик? Потому что шарик круглый, подпружиненный, и затиры сосчитать, как на таком вот замке механическом, где падает гусак, и теоретически его можно вскрыть, если вы достаточно опытный оператор, если вы, конечно, тренируетесь и все остальное прочее. То есть, как бы, теоретически да, но очень сложно и практически нереально. То есть, ну, кому делать нечего, может тренироваться его, конечно, открывать. У меня времени нет тренироваться открывать такой замок. Есть другие приспособления. Вот. Упал баланс, и мы вращаем большой замок в сторону открытия.
Все, замок открыт. То есть пока мы не сбросили код, он будет в открытом положении. Причем, что изнутри в квартире, так само можно его открывать и закрывать. Здесь у нас в ригеле нарезана резьба, которой крепится ригельная система. То есть вот этот сам ригель, конечно, может быть запирающим элементом, но я так понимаю, что конструкция предназначена для того, чтобы сюда прикручивать отдельно ригельную планку, чтобы дверь было очень сложно вскрыть путем отжима или каких-то других приспособлений. Вот. И, естественно, вот он сейчас открыт. Чтобы для того, чтобы его закрыть, как на любом дисковом замке, достаточно просто повращать в разные стороны, чтобы сбить комбинацию. То есть повращали сюда, и он у нас уже не открывается. Все, ничего не происходит. Меточку эту мы убираем, чтобы вы не думали, что это я вас обманываю, что я тут оно накрашено. Вот, это все. То есть для вора это полный тупик. Это свободный ход. То есть тут получается 60 делений на этом замке. И вот этого свободного хода нужно уже плясать. Инструкцию я не буду показывать, и как он открывается, скрывается. Это уже будет инструкция дана тому человеку, который непосредственно купит этот замок. Замок, ну, изготовлен очень качественно. Вот эти все элементы ручки сделаны из эбонита. Вот, не пластмасса, как сейчас делают. Все элементы из конструкционной стали. Диски. Все, ну, конечно, все идеально. Есть видео в Ютубе, где товарищ, который мне выслал замок, где он показывает подробно его устройство. Ну, я не знаю, стоит ли сейчас давать ссылку на эти видео. Ну, если он захочет, он посмотрит видос и в комментариях оставит сам ссылки на свой канал, где он рассказывает и показывает больше, чем я, именно само устройство этого замка, как выглядят диски и принцип его работы. Ну, тоже такой интересный момент, почему этот замок не прижился. Ну, по двум банальным причинам. Ну, первая причина — это то, что его не может скрыть не только там жулик и вор, но и сам хозяин. Короче, ему очень тяжело вот эти щелчки считать, набирать, искать вот это нулевое положение, чтобы ничего не пропустить. Плюс, когда эти щелчки считаешь, тен-тен-тен-тен, чуть-чуть сильнее крутанул, на два проскочил. Ну, очень сложно для открытия. Ну, достаточно неудобный замок для пользователя. Я бы сказал, максимально сделанный неудобным для пользователя. Вот, как по мне, ну, я хотя бы шкалу здесь нанес, чтобы эти все вот щелчки не считать, а просто выставлять напротив той цифры, которая мне необходима, ручку. Ну, с другой стороны, это понижает секретность замка, а замок сделан максимально сложным и секретным для стороннего наблюдателя или взломщика. То есть поймать здесь затиры невозможно. Даже если будете давить на ригель, ничего не происходит. Вот такой вот интересный замок, друзья. 90-е годы все помнят, да, вот эти двери, вот это все, вот эти вот Одесса. Первые сварные двери. Вот, их даже ничем не обшивали. В общем, как для коллекционера я скажу, это не замок, а находка. Вот, я бы сам бы его купил бы за любые деньги, но
Слава Богу, я замки не коллекционирую. Потому что если коллекционировать замки, это я тогда вообще разорюсь. Этих замков столько много, что нереально вкладываться. Это надо этим заниматься, это надо любить это дело. Ну, вот такая вот интересная история. Ну, смотрите, читайте комментарии. Возможно, в комментариях будет немножко больше всякой информации, чем я рассказал. Моя задача – представить товар на аукцион. Я представил максимально, как мог, нахвалил его. Вот. Так покручу, чтобы было видно всем. Ну, вы поняли, да, что изнутри, если вы закрыты, то вам тоже нужно, чтобы выйти из квартиры, тоже набрать код и открыться. То есть он не открывается изнутри. Просто так. Вот как-то так, друзья. Оставляйте комментарии, принимайте активное участие в аукционе. Всем мира, всем добра и до новых интересных видосов.